Всем привет, с вами Доки Трэш, и после прохождения той игры про вышку аналоговый хоррор, я говорил, что следующая игра будет очень охуительная. И я не соврал, собственно, она очень охуительная, я думаю, вам она понравится. Я в нее вообще ни разу не играл, только видел видео. Игра про космос, тоже аналоговый хоррор. Только на английском. December, 19 декабря, 72 год. Лунная миссия. Абсолютно секретная. Something is on the moon. Something in of the moon. Короче, это про космос игра, там, где мы играем космонавтом. В 72-м году отправились в космос, но они отправились очень тайно. И на Луне они увидели то, что не должны были увидеть. Tranquility Base, this is Houston. You are go for EVA. Please confirm status of your suit systems and PLSS before proceeding to the equipment site. Over. Roger that, Houston. Tranquility. Красава! Смотри, как на самом деле на Луне. PLSS is operating within nominal parameters. Preparing to egress the LM. Маленький шажок для человека и огромный шажок для человечества. Take your first steps carefully. The radar receiver at radar site November has recently failed. Its last telemetry sweep before your EVA noted a transient signal 1500 miles southwest of your position. Likely a sensor echo. Я не могу бежать по Луне, вы чё? Красава, смотри, как вот реально на фотографиях. А, вон туда. Классно, мне нравится. А вот там чё? It's funny, Apollo 11 was the only mission where no one said they saw faces in the rocks. Must be hard to think about anything else when you're the first people to ever touch the moon, I suppose. Да, смотри. Ever since then. А невесомость-то как будто это. В воде. Over. Ясен пень, короче, все это было не по-настоящему. Copy, Houston. I'll make sure to inform you if any little green men pop out. Наконец-то заткнулись. Странное скопление лун, я бы вам сказал. Ой, лун. Звезд. Какая-то очень большая луна, красиво. О, что-то яркое. Не, я бы охерел, конечно. Я бы с ума сошел просто от такого этого всего. Я, может, потому что иногда боюсь открытого пространства, иногда, редко, но не настолько. Просто одно дело на Земле, а другое дело ты на Луне, блядь. Ты понимаешь, что вообще в другом месте нахуй находишься. Хуета же, блядь. Охренеть, мне нравится. Просто посмотрите, это же классно. Вот видите это все? Это все потрясно. Да. Глубины души меня потрясло это просто, потому что я космос обожаю просто. Я обожаю все, что связано с космосом. Я прям реально ощущаю себя там. Хотя ясен пень, что игра с графикой такой, как бы, ну, посредственная. Но ощущения передает все. О, я просто медленно так.
Вроде никаких НЛО не вижу. Хотя вот это вот... Tranquility, be advised, another lunar radar installation, 2300 miles east, reported a brief unidentified object crossing the lunar horizon, then went dark. Similar profile to your anomaly. It's puzzling, but proceed as planned. Over. Короче, тут нужно следовать четко плану, потому что вся эта хуйта, которая здесь происходит, она тайная. Там они должны увидеть нечто такое, короче, или они что-то нечто такое заметили, и нужно это проверить, что человечество знать не должно. Ого. Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы. Грунт квадратный. Maybe just reflections off my visor. I just keep staring at the hills. Over. Tranquility. We are confident that the mission state is nominal. Stay calm and focused on fixing the receiver. You'll get some rest soon. Update us when you reach the radar site. Over and out. Такой звук еще страшный, да, от этого? Приближатора. Гравитация здесь такая интересная, то есть поднимаюсь я высоко быстро, а... ну, вверх, вернее, поднимаюсь я быстро, а вот спускаюсь крайне медленно, прикольно. Мне нравится, я не разочарован. I've made it to the radar site. Over. Roger. Tranquility. We need you to assess the condition of the receiver and run a system reboot. After the reboot completes, stand by, as we will need to ensure that the reboot fixes the system. But be advised, over the last few minutes, almost all lunar installations have experienced significant technical problems. The cause is currently unknown. Over. Understood, Houston. Something about this situation just isn't right. The receiver looks perfectly fine to me. No damage at all. All diagnostics are green, but the receiver is failing to detect any return signatures. I'll reboot the system now. Over. Roger, Tranquility. Update us if the situation changes. Over. Сканирование. Хьюстон, у нас проблема. У нас одна камера заглючила, ей похуёв. Radar is operational, tranquility, well done. I'm seeing the scans on my screen right now. It looks good. Tranquility. А чё это за кнопка, интересно, такая? Object traveling in your direction right now. Нажимаю M. It's moving fast? Very fast. I cannot get a read on the exact speed. Patching into your HUD now. It's 2250 miles away. Please return to the capsule. Ой-ой-ой. Вот это страшно. Tranquility. Oh, tranquility. Tranquility. We need you to stay where you are. Please do not move. You are safe here. You are safe. Who? You are safe here. We need you to stay where you are. Please do not move. You are safe here. Tranquility, the command module has begun its journey back to Earth.
Это типа нас что, накрыл? Stay where you are, stay calm, and we will recover you shortly. Смотри, это получается нас накрывает, да, тень? Чё это? Музыка играет, вы чё, охерели, блядь? Да охерительно, блядь, музыка играет, смотри. Ой-ой-ой. Прикинь, этот какой... блядь. Это какой, блядь, уровень кислорода употребляет? В общем, выкинуло как будто из игры. Но это оказывается... Там, в принципе, никаких изменений не происходит, то есть, потому что игра не, предусматривает... В ней не предусматривает, короче, ничего другого. Но, возможно, я просто очень медленно двигался. When I reach the radar, I'll make an assessment of the receiver's functionality. Так что я, короче, еще раз этот момент отойду и сделаю так, чтобы было все четко. Охранять, вокруг темно! Stay where you are, stay calm, and we will recover you shortly. Надо идти! Не смотреть, главное, не смотреть!